Так, ребят, что-то пошло не так с управлением, поэтому мне пришлось все по-нормальному. Так. Вот же ж. А, нет. Мне что-то так придёт. Я вообще отключён. Ладно, похоже, придется на этом играть. Так, быстро заряжаем. Потому что подзарядка Омнитрикса нам очень пригодится. Так, снова вечные рыцари. Снова дроны. Да тут столько вечных рыцарей, что даже на пальцах пересчитаешь. Угу. Снова вечный чемпион. Ну нет, они пыляют наши близости. Чего? Чего? В смысле? В смысле два вечных чемпиона? Опять, блин. В смысле? Смысл, там много их. Черт, целых три, да вы что, издеваетесь? Да, ребят. Остаться на моем канале больше не будет. Это и все? Это реально все. В общем, они обменяли вечных рыцарей. Что это вообще? Ладно, давайте-ка на следующую локацию. И... О, зона 51. Старая добрая. Ладно, сыграем в третий уровень. Ага, снова что-то обсуждают. We can't let Vilgax or Enoch get at those alien weapons. If it's alien weaponry they're looking for. I'd be happy to light the way. Так, ладно, ребята. Стоп, это грех какой-то. Почему мы превратились в человека огня, а Бен стал обычным? Опять вечные рыцари. Только уже новый враг, вечный рыцарь. С щитом на этот раз, алло. Ага, у меня же есть силач. Наверное, там будет новый босс. А именно гладиатор. Чемпион у нас уже был. Настало новое время. А именно время для гладиатора. Ну, или точнее для диктатора. Для ужасного диктатора. Да ладно. Триллер дрон. Да, ребят. У него быстрота очень многое. Да и сила у него неплохая. Определенно, что-то с наркотиком там. Опа, новая комбо разблокировали. Ну давайте-ка на силача теперь. Thank you.
И атакует прям со спины. Со спины, ребят, он атакует. Там, ребят, движемся дальше. О! Это еще что? На! На тебе тачечка! На! Мочим эту тачку. Она... Это спаунер вечных рыцарей. Так что надо быстренько это рушить, пока не поздно. Все, теперь остались только вей... А, нет. Нам еще надо рушить и рушить это. Сколько для этой машины ударов понадобится, я не понимаю. Это все, даже никакую машину уничтожать не надо было. Новый чемпион, а именно с щитом уже, кажись, нам будет сложно. Но с вашими лайками, комментариями под прошлый ролик, ребята, мы справимся с боссом. Откуда это знают? Да фиг он знает. Ой. Теперь надо человека огня срочно. Все, теперь у нас человек огня, мы можем собирать всю эту энергию. Че? А, если мы пожгем все это. Новый робот! Вилдот Сталкер. Офигенный. Офигенный робот, конечно. Респект, уважуха. Теперь нам надо наверх подниматься. Чего? А, нет. Это не шутки. Пики точёные, что тут происходит? Ну так опять комбо наберем. Опа, новая карта. Ой, ну блин, а! Сколько тут вечных рыцарей с щитами. Так, тут опять вечный чемпион настал. Не, все, вечного чемпиона завалили. Теперь у нас кто? Опа! Фотом дрон. Кто нам дрон? На бурлищика показали. Теперь какой-то... он пуляет чем-то, ребята. Бан. Опять щитовой. Ну, ё-моё. Да, блин. Бан ему. О, да вы издеваетесь надо мной. Не. Вот так их можно легко завалить. Почти что, потому что у нас вообще много всего. И вечный чемпион с щитом опять тут. Все, нас скоро завалит сейчас. Надо быстро же за жизнью. Блин, даже жизнь не разрешают брать. А, да, точно, там же есть вот жизни. Все. Теперь забираем еще разы. Это что было? Мы опять провалились. Мы снова, ребят, провалились. Уже во второй серии провалились. Алло. Это что за пришелец? Ё-моё. Я вспомнил, это тот сам... Гладиатор из серии,
где Бен и Келлан решили объединиться в бою с этим пришельцем. Не знаете, кто такой Келлан? Скоро мы это увидим. Так, мы снова разблокировали какой-то комбо. Давайте-ка на этот раз... Опа, всё. Давайте-ка это. Так, бежим дальше, ребят. Тут все формы новых пришельцев. Смотрите, оборотень. Мы даже не успели всех посмотреть, как тут на нас напали. Тут еще и призрак какой-то, офигеть. Жесть. Призрак там у нас. Стоп, а как нам тащить? Если из-за всего, что у нас все быстренько. Ага, теперь человек-огонь нам в этом поможет. Выбираем именно его. Ведь он только у нас тушит. Так, мы нажали кнопку. Теперь возвращаемся обратно. Только не говорите, что нам надо за молнию это все. Ух, успели. А тут нам как раз-таки надо провалиться. В канализацию. Вы что, издеваетесь? Мы в канализацию провалились. Алло. Может, вы же перестанете? Перестанете нас бить. Лучше обоссыте. Алло. Не бейте нас. Лучше обоссыте. Не бейте меня, лучше обоссыте. Да вы надо мной издеваетесь, что ли? Сколько можно? Сколько можно? Сколько можно уже? Ага. Такс. Снова кнопочка. Компания и у нас это. У нас само, ребят. Да. Yes. Где это мы? Опа, опять какие-то враги. Опять эти вечные рыцари. Они туда-сюда движутся. Ну офигеть просто. Так, вот там трансформация. Стоп. Неужели? Да ладно, мы снова поднимаемся наверх. Это что? Что за ракета еще? Нет, это не похоже на ракету. О, да вы издеваетесь. Так, завалим этого бурого. А, да тут они все появляются, я не понимаю.
То так мы опять новое комбо получим. Это еще что? Это опять какой-то робот. О-о, кажись, мы попали. Ребят, мы точно попали. Вот это робот. Ё-моё. Босс. Ну, я говорил, что там будет диктатор. Я говорил. Так, все, теперь он нас будет атаковать. Босс. Ну, погнали к битве с боссом. Ты что, не офигел? Это что такое? Ты что творишь? Он что творит, ребята? Он что творит вообще? На тебе. На шашлык порежем. Мы отдадим тебе на шашлык, блин. Он... Ну, хоть у него мало жизни, но все равно сложный. И завалили мы его. Завалили! Украина! Все, ребят, завалили. Тут мы уже знаем. Все. Да, мы тут прошли. Теперь новый босс. Офигеть просто. Что там будет? Робот! Ёкарный бабай! Едеть! Ты все-таки вернулся, чтобы отомстить. Ты диктатор, блин. Диктатор эров. Вернулся, чтобы отомстить. Ну ладно. Подеремся. Да, весь этот уровень состоит из босса. Ну, он тот же самый робот из первого уровня. Там все то же самое. Бьем его по максимуму и все. Блин, только у него свои правила. Здоровенький! Ну что, было недостаточно? О, нормас так. Ага, тебя понял. Так, активируем. Блин, далеко. Ладно. Ай, да я говорю. Далеко, блин, было. Поэтому я и проиграл. Ну, ты ж, тебе смешно, гадина. Только... Как тебе такое? Вот, отличненько. Здоровенечки. Так, все. Он снова ухватился. Да! Так, ребят, этот босс, кажется, озверел. Диктатор, только не надо, пожалуйста. Это так, случайно. О, новая атака, кажись. Этот робот реально очень похож на нашего старого друга. Это что такое? У нашего... Робота первой фазы ранее такого не было. Нате.
Здоровенький, блин, здоровенький. Вот опять кидает свой лазер, куда попало. Так, мы снова. Ну, давай же. Попадайся под линию электричества. Давай же. Еще ж чуть-чуть. Все, попался. Е-е-е. Теперь мы его полностью сломали. Давайте-ка будем использовать кого-то получше. Например, силача. Ну, привет, силач. Атакуем. Не-не-не-не-не. Только остановись, только остановись. Ну да. И вот ульта сильная. О! Он нас замочит сейчас, алло! Да, ёк, макарёк. А, смеёшься опять. Вот срань. Yes. Давай. Опа. Теперь сила обычного Бена. А, треугольник. Да ладно. Ай, как я нажал же? Я нажал ведь квадрат. Алло, что не так? Что не так? Я нажал. Ну, ё-моё. Я ж нажал квадрат. Что не так-то? Так, снова завалили. Теперь обычный Бен. А это только когда нужно. Ай, да как? Я не успеваю, алло. Вот как? Как можно успеть, алло? Смеется еще. Не. На. Такс. Да ладно. Ой, я не успел же. Ну, ё-моё, нет, опять. Вот стоп. Вот как это будет еще продолжаться? На. Как? Ладно, заваливаем. Не. Не. Так, теперь забыла на этот треугольник. О, давай. Заваливай. Да блин, тут даже не успеваем. Вот надо успевать, ребят. Ё-моё.
Я не понимаю, кто эту игру вообще придумал. Но с успеваемостью нажатий тут вообще проблемы. Тут реально какие-то проблемы с успеваемостью нажатий. Реально проблемы. Заставляет нас попасть под его удочку. Ай! Да как? Давайте-ка. За Бена трудно было. Ну, хоть за Бена мы почти что и можем добить. Да ё-моё, перепутал. Ладно, ребят, я этого босса не знаю, как пройду, но надеюсь, что пройду его. Ай, да как? Смеяться он не будет никак. Ты чё стоишь тут? Ну. На-на-на-на-на-на-на. Эй, ты чё, я ж нажал? Это как вообще? Вот не понимаю, как? Вот как это понять? Ты чё смеёшься, дурак? Ты скоро тоже попадёшь. Вот как это? Было легче, чтобы ему по электричеству попасть. Всё нафиг. Давай. Ладно, ребят, заканчиваем. Я этого босса пройду за кадром. Ну нет, я его не хочу проходить за кадром. Я вам хочу показать, как я его выиграю. Вот это как? Как это? Как его победить? Его вообще невозможно победить. Алло. Как? Как? Вот как ему победить вообще? Отлично! Отлично! Давай! Да как я не могу понять? Уж очень бесит этот босс уже. Реально уж очень бесячий. Ладно, ребята. На этот раз точно получится. Давай. Давай, заваливай его. Ты чего, я ж успел? Вот как ты сметь? А, это что был за баг? Ну, здоровенький. Здоровенький ад. Давай, Дуду, блин. Пошел. Ирония судьбы, блин. Это очень сложно. Давай, давай, мочи его. Ну. Отлично. Круг, быстро. Квадрат. Давай, да, завалили. Завали его! Нет! Yeah.
Завалили. Кристалл! Hey, look! Isn't that another piece of the Matrix? Уже взяли. Ну кто это будет? Let's see who I got now. Ой, я дрон. Кто сомневался? Но про ядро и...